Однажды в музейную ночь вышел я из дому прочь, на картины наши поглядеть, от искусства обомлеть. Кроваво-красное яйцо сверкнуло вспышкой мне в лицо. Не фреска это, не гравюра, но какая авантюра! Ла Состер! Когда вернусь домой, я картину завершить, но вместо дивной твари я буду новый мир вершить. Его творения тронули меня. Теперь я слышу лишь голос Состера, преследующий. Плоды моего творения не возбуждают воображение, не позволяют мне понять, что хочет автор рассказать. В чем суть всех этих силуэтов? Быть может, я сошел с ума? Быть может, одичал уже? Или да? Но нет! Искусству быть в моем сознании! Я буду рисовать яйцо! Яйцо везде! Яйцо во всем! Я должен миру показать, что Ла Состер смог мне дать. Страсть творца и бунт ребенка. Вот утро. Я вернулся из темницы, где не поняли меня. Мне снилась птица, яйца нося. Вот дома я, открываю холодильник. Яйца смотрят на меня, а я на них. Треск, яичница, устал я. Поесть бы, но любовь моя к яйцу уж совсем мне не к лицу. Однако ж я познал, яйцо есть жизнь! Вот вам мой финал!